Сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по Тверской области по запросу коллег из УМВД России по Магаданской области установлено местонахождение малолетнего ребенка 2012 года рождения, которого в 2014 году вывез за пределы региона его отец. В ходе отработки оперативной информации магаданских коллег о возможном местонахождении ребенка и его отца на территории Верхневолжья тверскими оперативниками было установлено, что они скрывались в одной из отдаленных деревень в Сележаровском районе Тверской области. Ребенок в настоящее время находится под присмотром медиков. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время мальчик вернется к маме в Магаданскую область.